оценивается, вот ульяновцы неподготовленные выходили? Получилось у них? Конечно, получилось. То есть дети молодцы. То есть, в дальнейшем, если люди будут заниматься, как говорится, ничего не бывает сразу. Вот. Все приходит постепенно. Вот. Но если это начать, как говорится, думать о том, что у тебя получится, это обязательно сбудется. Я точно так же начинал, как говорится, пришел обычным парнем, влился, стал заниматься. И сейчас на данный момент являюсь чемпионом мира и абсолютным чемпионом мира Европы, абсолютной Европы, ну, также России. Вот. Ну, я очень, конечно, доволен этим, то, что смог развиться именно в этом направлении. Масс-рестлинг, он также, как говорится, это подходит очень сильно для того, что это спорт для всех. Вот это, этот девиз ТАФИЗа – спорт для всех. Наш спорт именно подходит под этот девиз, потому что им могут заниматься и взрослые, то есть девушки, мужчины, дети и ветераны. Вот. Также им могут заниматься люди по всей планете, потому что он является бесконтактным видом спорта.